первенство города по ушу проходило в эти выходные в Иванове. Даже самые маленькие преодолев волнение, выходили на суд строгого жюри и по-взрослому демонстрировали китайское боевое искусство. Два дня подряд сразу в двух спортивных залах города проводились соревнования по трем направлениям ушу. Проводится таулу направление, проводится ушу саньда, это прикладное направление ушу, и также проводим турнир среди новичков. Участников много, все возрастные группы, почти 300 спортсменов. Тренеры говорят, что ушу с каждым годом становится в Иванове все популярнее. Это не просто спорт, это целая философия, которая способна раскрыть духовные силы человека. Ивановская школа ушу прививает только самые лучшие качества. Отсюда и высокие результаты на выездных соревнованиях. Вот четверо ездили ребят на первенство России по кунг-фу. Все четверо стали призерами. То есть первое место, два серебра и одна бронза. И один из спортсменов выиграл вот недавно Кубок России среди мужчин по ушу саньда, то есть по свободному бою. По итогам соревнований сформируют сборную команду города Иваново по ушу всех возрастов и направлений. Командное первенство на этот раз досталось спортсменам Ивановской городской федерации ушу. В спортивном направлении победу одержали ребята из Федерации спортивного и традиционного ушу. Городская команда будет сформирована из победителей в отдельных видах и из тех, кто показал лучшие результаты в многоборье. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.